Кухня простая и сложная снова с вами. Привет! Сегодня мы приготовим полезное блюдо. Семена чиа на кокосовом молоке. Для этого нам понадобится семена чиа, кокосовое молоко, фрукты и сироп топинамбура. Все, начинаем готовить. Семена чиа мы насыпали вот с вами в тарелочку. Заливаем их молоком. И добавляем сироп топинамбура. Перемешиваем. Семенам нужно постоять примерно от 20 минут до часа. Все зависит от самих семян. Они должны разбухнуть и должны дать клейковину. Семена чиа очень богаты аминокислотами, жирными и нежирными кислотами. Вот. Поэтому они очень полезны для пищеварения. Семена чиа можно приготовить на воде, на простом молоке. Их очень часто используют в выпечку, в десерты. Ну вот у нас будет с вами такой десерт. Все, мы перемешали. Все семена оказались у нас в нашем молоке. Использовать вы можете и не сироп топинамбура, вы можете использовать сахарную пудру, мед, все, что вам захочется. Но мы сегодня делаем полезное питание, полезное меню. Достаточно, чтобы было не жирное и не калорийное, поэтому мы используем растительный сироп топинамбура. Мои семена настоялись за 30 минут. Посмотрите, какая консистенция получилась. Вот они набрали жидкости в себя, разбухли и стали. Сейчас я их перелью в стакан. Перелили в стакан просто ради того, чтобы перелить их, разлить их по баночкам. И наливаем наш десерт в ту посуду, в которой вам нравится. Вы сейчас посмотрите и решите, в чем вам будет интересней подавать этот десерт. И теперь на ваше усмотрение у меня нарезано киви, нарезано манго и нарезана клубника. Одну я сделаю с киви. Одну сделаю с клубникой. И одну сделаем с манго. И баночки тоже мы сделаем с манго и с клубникой. Посмотрите, какой нарядный десерт получается. Мы нашли мяту, она у нас помытая. Украшаем наш десерт веточками мяты. Очень многие не подозревают о существовании такого полезного продукта. Вот. Посмотрите, какой прекрасный, красивый десерт получился, а главное полезный. Друзья, если вам нравятся мои рецепты, заходите на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте, готовить может каждый. А я желаю вам приятного аппетита!